Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я опять играю в CS GO, и как вы просили меня в прошлых комментариях, в прошлом видео, чтобы я поставил килл на ботах. То есть, могу ли я убить игроков вот такой вот очередью? То есть, одним патроном смогу я ли убить? Ну, я чуть неправильно поставил, ну ладно. Прицеливаемся вот так как-то, и давайте нажмем уже сюда, то есть вот так нажимаем, стою, наверное, вот так надо. И можно жать уже, чтобы... Так, раз, два, три. Ну да, ну, конечно, сейчас, подождите. Да, сейчас стал, конечно, круче. Вот, он не ждется. Мне, чтобы убить вот эту всю команду, потребовалось всего три патрона. Но зато я вам показал, что я могу убить за три патрона всю команду. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нумбас. Пишите комментарии, то что снять еще таким видео, и я вам покажу пасхалки на таких вот этих картах, как вот это. Ну что ж, что же я могу еще сказать? И всем пока!